Друзья, всем привет! Сейчас с вами поделюсь своим завтраком. Вы от него кайфанете. Я просто уже какой день подряд делаю и наслаждаюсь. Смотрите, нам понадобится вот такой вот большой пучок кинзы, 3 банана. Все это закидываем в блендер. Это куркума. Если у вас нету свежей, можно взять сушеную. Это имбирь. И 2 горошка перца черного. Он нужен для того, чтобы улучшить усвоение куркумина, который находится в куркуме. Дальше засыпаем ягоды, любые мороженые, ваши любимые. У меня щелковица и смесь ягод без голубики, клубника и куркума. И сверху все это закладываем зеленью и наливаем сюда воды. Воду необходимо лить по консистенции, то есть сколько вам хочется. И взбиваем. Все, друзья, выливаем ее в тарелку. Я сюда добавляю измельченный орех пекан. Немного только его надо. Буквально вот так вот. Чтобы жевать, чтобы все хрустело вкусненько. Добавляю сюда еще кусочки банана. Опять же, чтобы жевать, потому что смузи очень важно вырабатывать слюну. И сюда я добавляю сверху супер секретный ингредиент – это завтрак праздничный с пророщенной зеленой гречкой. Зеленая гречка здесь уже готова. Она в пророщенном виде, и она просто потрясающе хрустит с ягодами. Друзья, это просто бомбически. Вы извините, так кайфанете, когда вы попробуете. Это что-то незабываемое. Вы будете каждый день так же есть, как я. Получается вот так вот красиво. Сытно, питательно, аппетитно, с огромным количеством витаминов, минералов, микро-макроэлементов. И, конечно же, очень и очень вкусно. Все, всем приятного аппетита, я пошел наслаждаться. Слушайте, это кайф. Гречка здесь, это секретный ингредиент.